агрегатний завод, господи, як його. Морозенко? Морозенко. А вон є Цуба, да. Де? Наверное, не знаю. Вот это не я чув, вот там он с друзьями гулял. Як чув? Ну, вот там он гулял, вот такая чуть была, и поэт, что-то такое. Мы сразу давай сюда идти. А потом де, такий, этот, друг їде, каже, там де це, ДТП. Я йду, дивлюсь, з друзями там стояли, дивилися, яка ого, перевернулась машина. Евгений Вадимович, здравствуйте. Что, не даем комментариев. Что случилось? Да. Ну, может, что-то помешало, может, что-то выскочило на дорогу. Не даем комментариев. Ну, мы понимаем, ваше стрессовое состояние, это все понятно, но не было ли каких-то помех на дороге в тот момент, когда вы ехали? Я никуда не ехал. Ну, вы не ехали, Владимир Григорьевич был за рулем? Владимир Григорьевич тоже никуда не ехал. То есть вы стояли просто? Владимир Григорьевич, с вами можно пообщаться? Мне горло тоже. Вы с какого канала? Мы с 9 канала. Мы хотим узнать, не что ли не помешало вам на дороге, когда вы ехали? Машина стояла вообще. Машина стояла? Да. А почему она в таком состоянии сейчас? Я поняла. Вы не будете нам мешать. Вы не ехали, мы вам не мешаем. Нічого не бачили. І ви не бачили? А ні, мужчина не, так подошла. Я не бачив. Чув тільки, що ще це Яцубин Володимира щось там. Чи сидіти, чи наслідство якесь. Той, що на пляжу дібрав на Дніпрі. А ви знаєте, хто такий Яцуба? Яцуба – мер Севастополя. А він був у нас у Дніпропетровську теж замітним чоловіком. Да, тільки їх треба якось це ізолювати. Ну, ладно, тоже таке вже. Це я буду там, да? Пиво смачне, пиво смачне. Оце я розказую, жіночка така гарна сидить, а я розказую її. Захватив Яцуба пляж у нас і настроїли там замків. Ви там були? Де це? На Дніпрі, на пляжу, там, де ми всі виросли. На Городському? Ось о, на Дніпрі. Отут у вас? Отут у нас. Ясно. Так там замки тепер? Замки стоять. Так, отам пофотографуйте. Добре, як вас звати? Я Віктор Федорович, тільки не Янукович. Бо я коли знайомлюся, я кажу, Віктор Федорович, тільки не Янукович.